Привет, девочки, съемку ведет Инесса. Всем приветик. А, трезвенники после дня рождения выходят на работу. Как всегда. Да, вы как хотите, а у нас нету вот этого, да давайте поспим, а давайте очухаемся. Мы не очухиваемся, потому что мы заранее не загоняем себя туда, откуда вычухиваться надо. Девчонки, футболка, как на мне, есть в продаже. Синие джинсы сегодня вам покажу. Вот это джинсы такой вот варки. Нет белесого, нет бежевого. Четко синяя выворка у джинс. Именно такие джинсы тоже есть в продаже. Здесь футболка овер, помните, идеальная. Рукава, скини, штаны укороченные, необработанные. Сзади горох, ничего не меняла. Потому что, собственно, и на работе вчера не была. Но сегодня вот на работе подобрала вам стойку. Хочу по цветовому решению немного вам показать, как пудра голубой и герань работает между собой. Все началось вот с этого платья. Девчонки, на вот этом платье ковровый принт. Вот этот вот принт, это нам как подсказка. Вот подборки того, что вы хотите миксануть. Берите тот принт, который вам нравится, который вам приятен глазу. И оттуда выдергивайте и миксуйте одежду. Просто поверьте, платье просто звездное. Просто мне нравится. Сумка наша сюда очень подойдет. Вот. Она как нежненько, да? Да, и материал такой, да, натуральный. Материал такой прям летящий, струящийся. Я бы вам добавила, знаете, какую обувь? Вот эту. Под рисунок. Хотелось бы отсюда вот что-то, да, вот этот фламинго хотелось выдернуть с этого принта. Девчонки, платье по длине, опять же, мы не знаем, у кого какой рост. Я вам прикладываю к себе, у меня 175, это платье до колена. Инна, там видно? Да. До колена. Невесомое. Если мы с вами захотим, опять же, добавить к вечерней прогулке что-то, мы с вами выводим небольшой штришок, который есть вот в этом мокром песке цвете у жакета льняного. Добавляем жакет. Девчонки, остаемся во всем и в кроссовках, и с сумкой. Мы жакетом с вами немного гасим платье. Оно слишком яркое. И вот если мы, допустим, захотим его уравновесить и захотим вот эту яркость немного приглушить, то тогда мы добавляем невнятные цвета. Ну, естественно, которые есть на этом платье. Почему вам не добавила сюда пудровую? Здесь ее очень много. А совсем едва заметны на каком-то завитке есть вот этот песочный цвет. Именно вот так. Вот, девчонки, синяя варка у джинс. То, что вам говорила. Без белесости. Сюда абрикос дам футболку. Синяя с абрикосом тоже очень красиво. Здесь вам дам голубой жакет. Девчонки, смотрите. Если вы темный низ тащите... Вот это не подходит уже сюда. Темный низ тащите под какую-то вот такую вот историю, как персик или абрикос. Знайте, что варка у этих штанов не должна быть, вот здесь даже отстрочка вот эта вся, вот такая вот абрикос. Они, варка вот эта не должна иметь явный вид. Есть синяя варка в черноту, есть синяя варка совсем выбеленная, здесь синяя варка в синяя. Это вы можете рассмотреть на вот этих швах. Швы отстрочены четко синими нитками. Тогда не надо голову себе ломать. Ой, вот этот персик, а там у вас рыжая нитка, например, на джинсах. Это кто вникает. Кто не вникает, нацепили, пошли. Все. Это кто вот начинает заморачиваться по одежде, то тогда вот так вот. Если не начинает заморачиваться, девчонки, забейте. И на любимое слово, забейте. Да. И так легче живется. Это у нее как флагман такой вот. Девчонки, штаны от костюма, опять же, сейчас хочу показать с пудровой историей. Если мы с вами добавляем под брюки палаццо, широкие брюки, вот такую вот пудровую худи, девочки, пудра и голубой – это очень рабочие цвета в одежде. Добавляйте так, это
выбелены цвета все. Даже здесь при сочности таких штанов они у нас все равно более стали выбеленными. И работает само худи. Пудра перебила голубой. Так, так вообще пудра, она по-разному. Смотрите, я тут специально вам приготовила. Смотрите, а вот здесь вот у нас пудра на пудру. Вот здесь у нас совершенно монохромный образ. Девчонки, вот этот образ вы можете чем-то... Вот стоят где они, фламинго? Вот, смотрите, вот так вот сделаю, на руках подержу. И на видно? Видно. Если вы захотите яркость выделить вот этот бант, вы добавляете яркие кроссовки или кеды. Без разницы что. Просто если идете монохромом, добавляйте яркую обувь. Можно даже, кстати, и сумку было добавить. Так, здесь у нас марсала. Вот так пока оставлю. Не знаю, куда меня потащить. Марсала. Здесь пудра футболка. Такая пудра лавандовая. Сюда мы дадим василек бомбер. Девчонки, опять. Винный оттенок. Небесный оттенок. Пудра что делает? Объединила нам эти оттенки. Если вы добавляете невнятный цвет, акцентно не работает ни один из этих. Внятный гасит этот образ. Я думаю, девчонки, гасить уже не стоит. Вот прямо нацепляйте на себя все яркое и не гасите ничего. Я здесь вам просто хотела чуть уравновесить. Слишком яркий бомбер и очень с пудрой хорошо смотрится. А так как пудра смотрится с марсала, ну, понятное дело. Здесь у нас юбка герань. Сюда мы даем с вами идеально пудровую блузку. Блузка-рубашка. И вот опять же добавляем жакет голубого цвета. Мы не добавляем с вами, выводя в герань, а мы добавляем с вами цвет, чтобы он третий не лишним был. Вот здесь вот он как раз третий не лишний. Обувь, кстати, любая может подойти сюда. Я бы сумку все-таки пудровую добавила. А жакет слишком такой цвет явный. К такому цвету, девчонки, очень сложно будет подобрать сумку. Он такой, я вам уже говорила, он такой вот это вот такое небо, вот такое вот между небом и землей. В общем, девочки, сам факт. Голубой, герань, пудра, рабочий. Синие штаны палаццо. Сюда мы даем с вами фламинго футболку оверсайз. Смотри, на как кроссовка да. Сейчас хорошо. Футболку оверсайз. Здесь мы добавляем песочную рубашку. Рубашка будет в виде жакета, опять же. А что делаем рубашкой? Опять яркость двух цветов гасим чуть-чуть. Добавочный цвет никогда не помешает двум ярким. Он... Понимаете, он их и выделит, и чуть-чуть вот их акцент вот этот явно уберет с них. Еще раз говорю, при желании, если вдруг вы так захотите, так можно делать. Но вот ближе к песочной истории работайте с двумя этими цветом. И тот, и другой цвет лучше песок. Значит, пудровые шорты, и на самых шортах сидит, я чего вскинула, не знаю. Сюда вам даю, помните, футболка вот эта наша, триколор. Здесь хочу вам показать, как мы джинсовкой можем опять же сделать объединение. У нас там идет монохром, джинсовку добавили. Ну, девчонки, просто идеально объединили два цвета. Добавочный вот этот цвет, он сработал, как бы, знаете, вот здесь вот наоборот, на выделить образ. Вот. Он же размытый у нас пудровый, а здесь мы выделили этой джинсовкой. Но эта джинсовка, девчонки, это такая жакет-накидка. Вот такой. Хорошего размера. Ледучий. А мышь, да. Да. И ну, он прям вообще, видишь, как обалденный. Он. Очень. Мы любим такие всякие вещи. Вот сегодня есть повод показать именно эту вещь. И шорты, и такая короткая, вернее, такая объемная вещь на шорты, конечно же, да. Брюки лен. Сюда вам дам вот такую футболку Микки. Есть шорты. Просто сегодня шорты принимать участие не будут, потому что мне хотелось выделить мордочкой. И вот здесь вот тапки у нее, да, они такие колотый лед такие, да. Но мы вот этими тапками сейчас соединили штаны.
Сюда мы даем рубашку, рубашка овер, остаемся в обуви и в одной и другой. Мы можем сюда дать нашу сумку. Где она? Вот она. Наша сумка, она уберет вот этот синий явный цвет и уйдет в штаны. Вот так работает пудра, на себя приняла. Девчонки, здесь хотела показать, как принт работает. Вот еще. Вы можете любой принт добавлять под вот такие вот оттенки, как пудра, голубой топаз, голубой, хмурое небо. Ну и на, сзади-то у Мики вообще-то вон, что у него голубое. Кто это? А, это платьишко голубое. Господи, боже мой. Девчонки, самое интересное. Я футболку когда схватила, да, я ее вот так схватила, вот так на нее смотрю. Тут, значит, стала ее рассматривать, думаю, что у нее есть голубое. Здесь нас... А, это колеса от велосипеда. Здесь на самом деле киска сидит на голубой какой-то подстилке. Угу. Он есть сзади, но впереди. Но сзади-то так вообще же понятно, как объединить. Еще цвет красиво работает вот с этим цветом. Так, тут будут два варианта. У нас здесь штаны голубой топаз. Мы даем с вами песочную базу. И сюда даем льняной жакет. Льняной жакет, укороченный, опять сочные штаны, размытый наверху цвет. Где наша сумка? Размытый наверху цвет сделает свое дело. Девочки, просто красиво. Да. Инна, ты посмотри, вот сумка как меняет, да, оттенки. Там вообще другой был цвет. Я сумку приложила, сумка раз, это вот кожа. Это вот из-за этого. Да и сумка приличная такая. Да, сумка хорошая. Удобная. Мы любим сумки. Эти сумки мы такие прямо обожаемые. А если вдруг, допустим, вы брюки решите поменять на шорты, сейчас вам покажу еще один образ. Вот вы, значит, смотрите, вот у вас шорты. Оставляем этот жакет. Внутрь тогда, девочки, идем именно цветом под жакет приближенный. Да. Видишь, Инна? Супер. Здесь будет шорты-джинсовка и лен-жакет. Конечно, это работает. Если вы захотите, вы можете добавить другого тона футболку. Вот у нас была пудровая, я ее сейчас показывала. А, нет, еще не дошла до нее. Вот, другого тона футболку. Видите, так тоже будет красиво. Но овер она уже быть не может. Эта футболка будет притык, потому что она должна у вас поместиться под жакет. Она не может поместиться по-другому. Здесь... синяя, форменно-синий юбка. Сюда вам даю лонг. И возвращаемся к нашей сумочке. Девчонки, совершенно другие оттенки синего. Понимаете, что делаете? Вот. И говорила несколько раз, девочки, если берете сумку, она должна быть такой синий, который вы сможете объединить. И форменный, и джинсовый. Вот этот синий как раз объединяет. Вот этот вот синий уже более сложный. Да. Он уже с сиреневинкой, да, видишь? Да, да. И если бы я добавила вот эту сумку вот сюда, мы бы потеряли с вами джинсовую полоску на лонге. А там и ремешок хорошо сработал, там на нем есть все оттенки. Юбки, девчонки, да носите юбки, а что нет-то, господи. Нарядились в юбку, да пошли. Инна, допустим, в платье иногда ходит. Я редко хожу в платьях, ну, редко. Пудровая футболка, крученый хлопок, идеальные штаны, мокрый шелк. Сюда опять вам добавлю песочную вот такую рубашку. Эта рубашка, помните, очень овер. Посмотрите, как хорошо она к ромашке попала. Прямо по цвету идеально. К чему возвращаемся? Ну, конечно же, возвращаемся к нашей сумке. Девочки, обувь почему не отбрасываю? Оставляем всю обувь. Она, даже если не пудровая, то фламинго все равно будет работать с пудрой. А так как у нас, ну... Сами понимаете, нет же столько обуви, чтобы и пудровая, и фламинго. И... Поэтому я вам добавляю уже то, что вот вижу, что точно сочетается. Девчонки, спасибо вам за подписки. Спасибо, что вы у нас есть. Люблю, целую, чао. Чао.